Йоу, привет, друзья! Сегодня у нас не будет влога, а хотя может будет, я не знаю, может еще с ребятами сегодня выйдем покатать. Ну, то, что точно будет, так это новая распаковка посылки с Байкстафа. Пришла шапка от бренда BSD. Сейчас ее распакую, покажу вам вообще, что за шапка. Давайте прямо здесь на лавке и распакую. Сейчас посмотрим, что положил Байкстаф мне. Я, кстати, шапку покупал, у меня не было купона. Ну, она не так, в принципе, и много стоит. Она стоит 500 гривен. Так, мне пришла вот такая вот скидочка на 3%. Другую сторону не буду вам показывать, оно вам не надо. И смотрите, и пришла мне вот такая вот шапка BSD. Смотрите, вот такой вот логотипчик. Домой приду, померяю, покажу вам, как вообще она выглядит на мне. Чтобы вы знали, по качеству, сразу говорю, она очень такая приятная. Так, и что внутри? Давайте посмотрим на этикетки. Я думал, что тут будут этикетки от бренда BSD, но тут какие-то другие этикетки. Наверное, от фирмы, которая занимается пошивом шапок, или не знаю, как это правильно назвать. В общем, смотрите, друзья, на шапке вот такой вот логотип BSD, стандартный логотип. Вышивка такая, очень качественная, кстати, мне это нравится, очень круто. Смотрите, с другой стороны вот так вот это дело все выглядит. У шапки качество обалденное. Ярик в прошлом году взял себе, заказал такой же самый, и у него шапка не растянулась за все это время, все было с ней хорошо. Я вот тоже решил, то, что дело идет к зиме, и нужно как-то утепляться. Сейчас очень холодно, особенно по вечерам, там до 10-5 градусов тепла, а это не сильно круто, когда мы едем, отмерзают там уши. Так что, друзья, тоже можете зайти на сайт, на Байкстаф и посмотреть себе вот такие вот шапки. У них еще эклатовская шапка была, но я что-то не захотел ее брать, потому что там, ну, обычное было лого. Давайте я вставлю картинку, вы сами посмотрите. Поэтому я выбрал BSD. Ну, еще мне вообще нравится этот бренд BSD, хоть и у него наценка бешеная. В принципе, больше я за шапку, друзья, ничего не скажу. Шапка как шапка. Приду домой, померяю, засниму, как она на меня смотрится. И еще я тут видел один стикерок вот такой. Не знаю. Да, есть. Блин, BSD. Ёлки-палки, мне в глаз мошка какая-то попала, блин. Я вроде бы только рассмотрел эту конфету. И стикер, да, вот стикер BSD, вроде бы оригинальный, и вот такая конфета. В общем, спасибо магазину Байкстаф. Сейчас, наверное, пойду домой, перекушу и буду, в принципе, выезжать катать. Может, еще в этот выпуск я вставлю кадры с катанием наши с ребятами, я не знаю. В общем, будем смотреть, что дальше делать. Еще не знаю, почему влоги начали набирать очень мало просмотров. Мне это как-то не сильно нравится. Ну... Думаю, мы это дело как-то подправим. Будем экспериментировать с тегами, с названием, с описанием и с рубриками на моем канале. Потому что, я понимаю, видео выходят, ну, честно говорю, как есть, однотипное. Ну, я хотел просто набрать аудиторию, чтобы можно было выпускать что-то годное. А так как я снимаю ролики, и они набирали там по 7000 просмотров, по 5, а сейчас это набирается где-то по 400 просмотров, по 700-800. И мне не сильно это нравится, ну, вот такой вот актив. Поэтому и так же само с комментариями, просто их нету. Ну, там комментариев по 10, вот так где-то по 15. В общем, не так много, но все равно будем стараться продолжать снимать для вас что-то интересное. В общем, друзья, ждите, а я погнал домой, сейчас покажу, как шапка выглядит, в принципе. Погнали домой. Я дома подумал, нужно бы пильнуть мне рулец, потому что мой руль BSD Zinc очень широкий, и мне это чуть-чуть не нравится, особенно когда
делаю трак с банника, чувствую вот эту ширину 29,5, поэтому буду его пилять, и сейчас едем мы с Максимом к нему домой. Надеюсь, там будет болгарка, и мы все сделаем как нужно. Так что погнали к нему домой, и там уже будем все делать. Начинаю пилять. Я не знаю, этот байк как-то зафиксировал слабенько. Я так криво отпилял, чувак. Это ж можно сейчас вот так, да, подправить? Да, уже выравнивается, да? Просто надо вот эту штуку срезать и все. И хотелось бы сказать спасибо Максу за болгарку, за пользование ней. Мы взяли, спилили мне по 1,7 где-то с каждой стороны. То руль не кажется прям сильно таким маленьким. Я не знаю, сейчас обопру и покажу вам тоже. Посмотрите. У тебя руль? Ну, как у меня. Да, у меня руль был такой же, как и у Макса. Да ну, стой, ты не катись, куда ж ты катишься. Смотрите. То есть вот так вот выглядит мой рулец. То есть грибцы у меня по 160, по 170 миллиметров, и они вот так доходят до изгиба, ну не прям на сам изгиб, типа. А у Макса вот грибцы еще не доходят до изгиба. То есть где-то вот так вот с каждой стороны я убрал. Короче, вот так. А сейчас мы, наверное, поедем к нам на район, потому что тут прошелся дождь. Вроде бы и не лужи, но все равно не очень классно кататься, когда педали скользят, тапки скользят, все слетает, блин. Да, наверное, поедем поближе к нам. На район.